Как ты, Мэрин? Этот корабль. Он принадлежал джедаю. Она спасалась от Империи со своим падаваном. Никто не выжил. Откуда тебе столько известно о тех местах, где ты бываешь? Кое-что. События, переживания или люди оставляют отзвук в силе, который я могу считать. Ты читаешь прошлое? Все джедаи это могут? Нет, это редкость. Думаю, я с этим родился. Магия сестер ночи древняя. Но моя связь с прошлым не настолько сильна, как твоя. Может, это и хорошо. Возможно, ты прав. Прошлое таит слишком много боли для нас обоих. Ты почти так же болтлив, как наш капитан. Продолжить раскопки. Мне нужны редкие артефакты, а не всякий хлам.
Приступим! Да, не нравится! Бывало и хуже! Мне бы передохнуть! Есть! Он истекает кровь! Выручай, друг! Ты недомерок! Yeah!
максимум пару попаданий. Тебе не удрать. Подключайтесь. Меня зацепило. Как тебе такое? Вот и все. Помоги, пожалуйста. Ага, вот сюда. Всегда находишь что-то стоящее.
наверху! Держим дистанцию или... Хорошо. Там беди. Я тебя вижу. Нашелся нарушитель. Тебе меня не дадут. Давай, залезай. Есть. Давай-ка посмотрим. Приятель, сюда.
с ним покончить! Спасибо, Биди. Все еще там? А, так лучше. Thank you.
Падаван пережил крушение. Он искал своего учителя и клона-командира. Он не знал про предательство. Я прожил на таком корабле годы. Он стал моим домом. Мы разбирали их на браке. Каждый раз я словно тревожил останки той жизни. Спасибо. Джедай! Я стреляю! Нужно просто найти уязвимое место. Он уворачивается! Я разрежу тебя на ленточки! За империю! Внимание! Сосредоточь огонь! Да, понимаю! Стим! Я прикончу тебя! Я уничтожу тебя! Сади жертвой своих ран! Хватит бежать! Твоя жизнь подошла к концу! Такой уязвимый! Умри, как остальные! Я готов к этому! Сядай! Давай, сражайся! Боль! Сильнее! Рисуешься, да? Тут заперто. Здесь кто-то скрывался от клонов. Его атаковали. Да, все в порядке. Просто вспомнил кое-что. Я получил всю награду! Изворотливый! Выручай, беги! Я прорвусь! Подсоби! Берегись! Ерунда! Сейчас прилетит! Я промазал! Попробую вернись!
джедай, а ты не бессмертный. Бывало и хуже. Эй, можно с ним? Учитель, что с ними случилось? Я не знаю. Пришло сообщение. У вас кровь. Да, ты проворен. Меня не одолеть. Придется тебе постараться. Следы светового меча. Я все еще гадаю, как так получилось. Не упустил ли я какие-то знаки?
Кого, клонов? Да, я их ненавидел. До сих пор не понимаю, что случилось. Но я точно знаю, они были пешками. Так же, как мы.